В этом сюжете заведующий филиалом музея «Пятый форт» мемориального комплекса «Брестская крепость» герой Александр Каркатадзе расскажет про пороховой погреб со следами горения и взрывов внутри фортификационного объекта, который не входит в экскурсионный маршрут на острове пограничной Брестской крепости. Мы с вами находимся за вторым люнетом Тереспольского укрепления. Вот здесь был построен на рубеже конца 19-го, начала 20 веков полностью бетонный пороховой погреб. Это самый крупный пороховой погреб лаборатории из четырех погребов на Тереспольском укреплении. И по воспоминаниям участников обороны 1941 года, здесь некоторое время укрывалась группа лейтенанта Жданова в июне 1941 года, в составе которой был Михаил Иванович Мясников. Вот, и отсюда они прорывались уже затем в цитадель, на центральный остров. Вот, погреб этот со следами подрывов, со следами применения огнеметов. Вот, один из самых интересных пороховых погребов Брестской крепости. Да, все закопчено. Горел хорошо. Здесь даже рама сохранилась старая. Бронзовые.
А здесь ставили лампу, да? И вот для лампы получается дымоход. В стенах гостеприимного кафе «Ташкент» и не менее уютных летних площадках на берегу реки Воды, которые протекают мимо Брестской крепости, которые посвящены мои сюжеты, вы найдете все для своего качественного отдыха.